Девочки из проекта «Живая вода» на препати детского Евровидения в Москве исполняют одноименную песню и берут с собой на конкурс матрешку в виде талисмана. А звездные гости рассуждают о том, каково детям участвовать в конкурсе. Для них это, ну, как бы, очень большая ответственность. Дети по-другому вообще все воспринимают. У них голоса очень хорошо сплетаются. У одной есть такое народное проявление, у другой более сильная подача. В детях, мне кажется, вот с самого раннего возраста нужно закалять чувство конкуренции. Чувство конкуренции, как и амбиции, у наших девчонок оказалось не занимать. Поскольку мы в будущем все будем артистками, которые будут выступать на больших сценах, конечно же, где-то в глубине души у нас сидит конкуренция у всех. Составить конкуренцию другим странам проект «Живая вода» тоже смог. Из 17 стран девушки попали в пятерку лидеров на 4-е место.